Любой проект начинается с идеи. Елена Дурова давно мечтала украсить двор своего дома красивой, а главное, функциональной детской площадкой. Для того, чтобы грамотно представить свое предложение, она обратилась за помощью в консультационный центр «Фабрика проектов», который работает в штабе общественной поддержки «Единой России». Здесь омичам расскажут, как реализовать свои идеи по благоустройству. Специалисты помогают оформить документы и смету, а также грамотно презентовать инициативу. Елена уверена, правильно составленный план увеличивает шансы на победу. Потому что я, например, могу не знать какие-то моменты, да, по поводу именно вот строительства, продвижения своей идеи. А здесь я могу получить именно профессиональную поддержку профессионалов, которая мне очень поможет. По решению временно исполняющего обязанности губернатора региона Виталия Хаценко на реализацию гражданских инициатив в 2024 году из областного бюджета планируется выделить 1 миллиард рублей. Половина средств уйдет на благоустройство города, а вторая – на обновление районов. Опыт прошлых лет показывает, многие предложения отклоняют из-за некачественного оформления. Чтобы в рамках социальной акции «Решают люди» такого не случалось, на помощь горожанам придут волонтеры. Их главная задача – рассказать жителям о новых возможностях и поддержать их начинания. Мы помогаем нашим согражданам в реализации, правильном оформлении, консультации и, собственно, дальнейшем сопровождении их проектов по благоустройству нашего региона. То есть оформление, исправление каких-то маленьких ошибок и дальнейшее уже ведение вместе с человеком, который подал грант. Немало заявок на участие в конкурсе гражданских инициатив поступает и, собственно, от молодых людей. Проектная деятельность для них – дело привычное. Но когда сталкиваешься с разработками такого масштаба, без помощи специалистов не обойтись. А консультационную помощь готовы оказать в штабе общественной поддержки «Единой России». Любой молодой человек может прийти со своей идеей, потом мы с командой экспертов будем развивать эту идею. Конечно, мы ее будем сопровождать полностью на всех этапах. Это уникальное движение, которое поможет каждому молодому жителю нашего родного региона довести свою проектную идею до конца. График работы фабрики проектов будет опубликован на официальном сайте штаба общественной поддержки «Единой России». Эксперты помогут притворить в жизнь даже самые смелые идеи. В планах познакомить активных омичей с представителями компаний, которые специализируются на благоустройстве, с дизайнерами и производителями уличного спортивного инвентаря.